Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жек, и добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг. Прятки в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия, а еще у нас челлендж. Челлендж, небольшой такой, челлендж, небольшой, да. В общем, ребята, вы поймете, в чем суть этого челленджа, вы уже, в принципе, поняли, но перед этим обязательно влепите огромный палец вверх на мой видос и на Жеки, давайте наберем по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия троллинг-пряток. А мы побежали! Я полетел, до свидания! В общем, ребята, как вы уже поняли, у нас сегодня будет Jump Boost Challenge. Ну, то есть мы специально построили такие какие-то вышки, чтобы сюда можно было запрыгнуть, одно, другое, 35-е, но... Я вам вообще не скажу, где я спрячусь, не скажу, даже не просите, потому что я хочу сохранить небольшую интрижку. Вы сами увидите мое необычное место для пряток, как прям в предыдущей серии, да. Но перед этим, ребята, обязательно, даже перед лайками, обязательно подпишитесь на канал. Это всего лишь одна секунда. Кто еще не подписан? Та-та-та-та-та-та-та! Обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, а только потом уже лайкусики, да. А сейчас мы, наверное, пойдем к Евгению сначала, да. Найдем его за 2 секунды, а потом вернемся на мою карту. Все. Вперед! Ну что, Евгений? Ну ты, в принципе, заходи, я тебя уже жду, я тебя уже жду на карте. Я могу зайти. Я спрятался. Хорошо. А ты уже спрятался. Да. Эдисон, у меня такая сегодня... Я случайно подпрыгнул! Так. Это нормально. В общем-то, Эдисон, у меня сегодня такая немножко необычная карта. У меня на карте есть 4 наших воспоминания. То есть мы в этих местах уже были, и там происходили какие-то странные вещи. А, вот. уже были, прикольные. Да? Да, в реальной жизни. То есть, я понимаю, да, прибежишь? Да подожди, это сложно! Я на самом деле не знаю, как я должен туда запрыгнуть? Так, а куда подожди. Ты хочешь запрыгнуть? Там где катапульта, вот это аттракционы, это катапульта, да? Это аттракционы. Хорошо. Угу. Тут класс какой-то. Здрасте, дети, здрасте. Так, хорошо. Искусственный интеллект. Нет, это не ты. Ага. Это тоже не ты. Искусственный интеллект. Так, хорошо. Тут Стив и тут... Нет, это не ты. Окей. Так, я все понял, это не ты. Хорошо. Вот что это вообще за... Подожди, а что это за воспоминания? Хорошо, скажи ты мне, где, а я тебе скажу, что это за воспоминания. Это что, YouTube гейминг какой-то или что? Писюн... Это офис YouTube. Я понял. Там ты писюн нарисовал, все понятно с тобой, все понятно. Да. Так, хорошо. Скелетики. Ой, Эдисон. Подожди, Жека, у меня джампуста нету. Нету джампуста, значит, его дать. Убежала. Ну давай. Так, а я чуть не понял. Окей. То есть у тебя вообще прыгать не надо, получается, тогда, да? Ну почему? Прыгать-то надо. Ну у тебя просто мест тут очень мало. Да, поэтому прыгать тут, на самом деле много есть мест, куда можно прыгнуть. Да, но куда? Так, не знаю. А на катапульте ты был на самой на этих? Да твою-то мать! Жека, дай джамбуст дай! Хорошо, даю. Куда ты прыгаешь? Да хрен его знает! Ты реально тут поставил один блок, и я должен туда попасть? Ты с ума сошел? Где один блок? Ну там, где кирпичная фигня какая-то. Наверное, да. А, прикольно. Это же как бы дроппер. Я же дроппер. Какой дроппер? Ну, хорошо, Эдисон, может ты не туда попробуй. Подожди, как бы не обязательно тебе туда запрыгать. Попробуй что-нибудь другое поискать. Попробуй что-нибудь другое, да? Да, может... Джамбуз дайте мне! Да, джамбуз дал. Ага. Так, хорошо, все, пошел сразу. Тут у меня лесенка. Окей, ты спускайся по лестнице, спускайся обязательно. Да. А ты вообще помнишь, что это за дом, где ты куда-то попал? Да что-то не особо камеры. Тут балкончик, так, потом там какой-то самокат еще стоит. Я помню, когда нас квартиры, да, выселили? Так, хорошо. Да, я тебе скажу, в квартире нифига не обустроенная, решил ее вообще как бы, она есть, но там ничего нету. То есть можно даже там не заходить. Ага, она есть, но там ничего нету. Пустующий дом.
Дом-то большой, поэтому... Если что, лифт не работает у тебя. А, да, лифт не работает. Видимо, только с первого этажа он работает. А как мне на первый этаж попасть? А, ну, видимо, не через крышу тебе нужно было на первый этаж попадать, а через что-то другое. Так! Здрасте! Ёпта! Ты в доме! Там, короче, консьержа есть, там есть лифт, и там... У нас что, там консьержа была? Не было. Ты вообще не помнишь, у нас как бы и была консьержа. Там вообще дом, на самом деле, был какой-то жесткий. Там камеры стояли, нас спалили, вот, но... А чё он меня бьет как-то слабо, не с одного удара убивает? Ах ты ж консьержа поганая. Значит, точно не хорошо. Опять лифт. Вопрос, а зачем ты в креатив мод заходил? Чё-то... А у меня просто... Читеришь, значит. Читеришь. Зелье закончилось. Да, читер, читер. В смысле? Я с места не двигался, подписчики докажут. Читер! Я просто выпил зелье невидимости. Да, я спалился, теперь ты понимаешь, что я не NPC, а как бы я просто в броне. Что он там делает? Что-то дерется. Не пьет так! В броне он! Ага, хорошо, бронён, так, хорошо. Сейчас все будет, бронён. Так, я не знаю, в доме тебя точно нету, поэтому я пошел отсюда. В квартире точно нету нашей. Из которой нас выселили. Ну как бы вообще в доме тебя нету. А, ну это не знаю. Так ты знаешь или не знаешь? Не, ну я-то знаю, но как бы ты-то не знаешь. Я-то не знаю, но ты-то знаешь. Поэтому давай быстро, быстро признавайся. Ну может я как бы... Не знаю даже где я. Но в доме, возможно, меня и нету. Если в доме тебя нету, значит ты не в доме, логично? А, да, в принципе. Нет. Логично. Джампус! Джампус! Джампус, даю. Так. Хорошо. А не в доме, я есть, вот так вот. Не в доме, да, не в доме. Не в доме. Не в доме. Ага, не в доме. А, нет! На! Паскуда! Достоялся, ну все. В смысле, я стоял? Ну, я не знаю, ты как бы вообще в этих ботинках, вот поэтому. Ты так, стоишь я вот сейчас. Так, лежал? Нет, ты стоишь сейчас. Нет, это потому что какая разница, как бы ты в ботинках был, поэтому все. Ну да, ладно, согласен. Короче, пойдем на твою карту, пойдем. Давай, включай ник и пошли. Евгений, вы можете заходить на мою карту. Полетела, не полетела. Джамбуз, можно? Джамбуз, да? Держите джамбуз! Так резко дал, я чуть не обосрался! Держите джамбуз, Евгений, я вас жду, в общем, да, я вас буду тут лежать, ждать, и, в общем, да. То есть лежать, да? Давай. То есть лежать. Да. Заходи. Тут на самом деле какая-то такая странная дичь с твоими мобами происходит. Один в заборе болтыхается, другой в заборе Ай-яй-яй-яй-яй, плохие монстры, плохие. Ну да, я согласен. Так, ладно, ты не паук. А летучую мышь я вообще бить не могу, потому что... Чего ты взял-то, что я не паук? Ну, я ударил тебя. А, ты меня ударил. А вдруг я бессмертный паук? Подожди, а тут нормально... Короче, летучая мышь в заборе, я ее не могу бить. Да, нормально, да. Нормально, да. Это все так запланировано, на самом деле. Странный, как Караган, я уже думал, ты от меня отстал. Ну ладно, Джамбуз, не отстанет, как Караган тебе. Держите, Джамбуз. Подожди. Полетел. Облака, белогривые лошадки! Давай, да. У меня там много всего. Вышки, большие деревья высокие, облака, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, облака-то да, вот я попал... Тут тоже в один блок надо было попасть, я попал, кстати. Ты молодец. Ты рассказывай, что там интересного у тебя. Я на облаках пока что хожу, вижу пони всякие, My Little Pony. Ага, тут тоже в один блок нужно попасть. Уж вот на меня еще гнал. Нет, я не попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Джамбуз! Так, я попробую еще раз, конечно. Полетел! Давай. Я постараюсь попасть, конечно. Полетел! Отлично, попал. Так, попал. Тут у нас ничего нет в эти водицы. Нет, подожди, ты комментируй, где ты, что ты там видишь? Ну, я на дереве, тут я прыгнул, тут есть какая-то личинка. Личинка. Личинка, которую бить нельзя. Ага. Вот, Плохие личинки, на самом деле, какие-то бессмертные. Ай-яй-яй, опять Евгений умер. Джамбуз! Джамбуз, так, подожди. Зомби стоят на месте, неподвижные. Так, понятно. Угу. Ты не зомби. Так. А что ты замолчал?
Ничего. Ну я просмотрю, где ты бегаешь. Смотрю. Да. Мне кажется, я просто, понимаешь, я немножко выучил тактику. Угу. Я не знаю, зачем тебе про нее рассказываю, но все равно. В каждой серии, когда я подбегал поближе к тебе, ты такой резко замалкивал. Да? Хоть да. Подожди, тут есть, короче. Ай, какараган паршивый. Джамбуст, дают джамбуст. Так, подожди. Скелетики. Скелетики всякие, скелетики там сидят, ходят. А, кстати, а ты видел, вот у меня странная штука есть посередине карты. Видел? Вот такие спиральки, это как ДНК. Я был на этой спиральке. Ну да, хорошо. Если был, ну ты умничка, конечно, да. Не до конца, ну, конечно, умничка, но умничка, хорошо. Ну я как бы наверху да, этой спиральки был. Ну хорошо. Вообще, хорошо. Я промолчу. А вот тут у меня еще, видишь, всякие водные каналы есть какие-то. Водные, видишь? Каналы? Да, вот видишь там, туда водичка, и вот так всякая водичка. Ой-ой-ой, джамбуз. Джамбуз. Подожди, тут вообще на самом деле я ничего не понимаю. Ну. Ну, я бегаю по этим водным каналам. Я не понял, ты что-то говорил про спиральку? А что там? Ну ты просто вот говорил мне, что я ее не полностью исследовал. В смысле, я не полностью исследовал? Да, я вроде не знаю, там много всего интересного на самом деле. Прям ох, как много. Много? Да, там... Но спиральки вроде нифига нет. Нет, подожди, полностью... там одно, потом другое, а потом вообще третье, и там вау, как много, понимаешь? Я вижу одно... Ай! Так, я жив, хорошо. Мне даже хапани снимать прикольно. Ну ты читер, конечно, читер. Так, искусственный интеллект, уточки. Уточки. Крякай. А где ты вообще? А ты крякай. А где ты? А, ну понятно, значит, не уточка. Просто легко тебя выявить. Очень легко. А ты не забывай то, что это троллинг прятки, не? То, что я могу сказать, а где ты, я возле тебя. Да. Так, мистер Крипер. Что-то хотите мне сказать? Он такой смотрит, ой-яй-яй-яй-яй-яй, мунволк какой-то. Так, ну хорошо. Подожди. Зачем я сюда спрыгну? А, не, нормально. Ай, вот смотри, ходит прям передо мной, ходит туда-сюда, ходит. Ай-яй-яй. Не. Я понял. Да не, я тебя не вижу. Это ты? Ай-я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 й! Куда полетел? Воздух полетать, я Гагарин, на самом деле. А, ты в воздухе? Хорошо. Ты мне джамбуз не дал. В смысле не дал? Вот дал! Так, отлично. Подожди. Все нормально, все работает. Давай логически подумаем, куда я еще не заходил. Я не заходил... Куда? Вот эти вот башни антенновские. Ай-я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 й-
не ты, хорошо. Убийца проклятый, убийца, крипера убил. Так, подожди, кто? Эй, пошел вон! Эй, пошел вон! Ай, какараган, какараган! Жопошник, жопошник. Джамбуз! Где еще? Ты предупреждай, когда его даешь, я его сразу даю. Не, ты его не улетел сразу. Куда-то, куда ты так, улетел? Вот я на еще вторую антенку решил зайти. Вторую. Тут вообще ничего там нет. Там антенки очень важные на самом деле, да. Антенки очень важные? Да. Да. Вот енотик там бегает, енотик прикольненький. Ай-яй-яй-яй-яй, умер, сраное умер. Сраное яйцо, яйцо. Да, 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 яйцо. Вышел Эдя на кольцо. А там у меня пикничок еще есть вроде, пикничок, видел пикничок? Там пикничок с яичками. Да, ну там я видел, и яйцо под столом, я его уже бил. Ну хорошо, хорошо, если под столом, то это очень даже хорошо, да. Это яйцо, которое я только что бил. Это яйцо, которое не бил, но я что-то как-то... Какараган! Да, какараган, какараган. Так! 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 Я понял, у тебя прям гениальная какая-то идея в голову пришла, да? На самом деле, подожди, я просто думаю, как это можно сделать. Угу. Как это можно сделать? Я просто вспоминаю предыдущие серии Троника прятки. Да, и да, понимаю, да. Что здесь не все так просто. Не все так и просто. Не старой тыквы. Ага. Вот ты же должен быть Жека на верном пути. А хотя не, Жека. Ты загоняешься, я тебе честно скажу, ты загоняешься. Ничего нету. Твою мать, где дырки в твоей? Дырки так, вся. Подожди. Так, тыква. Ну тыква, ну как я ее никак не выпить, не потрогаю. Ты ее пощупай, помацай. Да нет. А подожди, я. С
Скелетики. Скелетики и головы скелетов. Тут ты бы не спрятался, тут тоже. А там, а вот там, а вот там, да, чуть левее, левее чуть, левее. Вот там, где? Да, вот там, дам, вот там, да-да-да, вот там. Где? Да вот там, левее чуть, левее. Да какой левее, ничего нету левее. Да вот назад обернись и левее посмотри. Назад или левее? Да-да-да, вот, нет, вот там на месте постой, вот там, да, вот там. Где? Да. Все верно, все верно. Так, я тебя больше не слушаю. Все верно, все верно, да. Еще тут есть криперы, еще есть криперы. Криперы на самом деле очень мирные и хорошие существа. Вот. Да, криперы это очень хорошие существа. Вот такая проблема, вот смотри, давай так вот рассуждать логически. Вот крипер смотрит прямо, да, вот крипер смотрит прямо. Вот крипер смотрит прямо, а вот крипер смотрит в бок, вот так вот. Ну, наверное, это ты. В смысле в бок, он прямо смотрит? Обожаю, когда Майнкрафт лагает, особенно когда я ищу Эдисон. Я тоже обожаю. В смысле на. Я прямо смотрел, я прямо стоял и прямо смотрел. Нет, знаешь, ты не просто даже прямо смотрел, ты вот типа. Смотрел вот так вот, и еще и голову вверх вот так. Как вот так вот? Вот так вот, и еще голова вверх так. Люблю, мать твою, Майнкрафт! Люблю, когда он залагивает, я нормально не могу спрятаться. Прикольно. Да, хорошо. Майнкрафт хорошая игра, на самом деле, да. А поэтому, ребята, если вы хотите еще больше Майнкрафта, больше троллинг пряток, обязательно ставьте огромный палец вверх на наши два видоса. Да, давайте, поставьте, наберем по 15 лайков и сразу же выйдем в следующую серию. Мозги. Да, свидос, я пошел со своими мозгами.